Итак, что такое тирлист? У нас внизу есть страны, а наверху шкалы, по которым мы их оцениваем. По каким же критериям мы их оцениваем? Оценка ставится по красоте страны, по истории, по тому, хотел бы я жить в этой стране, и нравится ли мне эта страна. Итак, Барбадос. Но я не то чтобы много про нее знаю, поэтому поставлю ее посередине. Спустя еще несколько стран, мне попалось это. О, Армения. Ой, ну я очень люблю эту страну. Поставлю ее на первое место. Опа, Бразилия, тоже очень нравится, но все же меньше, чем Армения, поэтому поставлю ее на ступень ниже. Так, Афганистан. Ну, если честно, не то чтобы я не люблю эту страну, но я бы никогда там не жил, поэтому поставлю ее вниз. Швейцария. Люблю эту страну, поставлю ее куда-нибудь в Бразилии. О боже мой, это же Великий Китай. Так как я хочу много рейтинга, и кошка жена с рисом, я поставлю его наверх. Синь-цзинь-пинь, мной гордится. О что, это Гондурас? Великий правитель Стинтлер будет доволен, если я поставлю его повыше. Ирак? Ну, мне нравится эта страна, поэтому поставлю ее повыше. Что? Погодите, это же КНДР. Великий вождь-просветитель и просто добрый человек, Ким Чен Ын, будет так счастлив, если я поставлю мою любимую страну повыше, чем остальные. Ничего себе, это же Польша. Ну знаете, мне кажется, ее стоит поставить закрытыми глазами. Итак. Сербия. О, невероятно люблю эту страну. О, Россия, родина моя. Конечно, поставлю ее на самый верх. США? Тоже неплохо, в принципе, нравится. И после множества стран и 20 минут мучений, наконец-то я закончил растягивать видео, то есть расставлять страны, и вот что получилось. Если вам понравилось это видео, можете поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за просмотр и до встречи.